Своя история и свои герои есть у каждого региона, но все мы живем в одной стране, а значит, мы едины. ВГТРК подготовила большой телемарафон, он пройдет завтра на мультимедийной платформе «Смотрим». Это грандиозное событие длиной в 16 часов. Регионы будут передавать эстафету прямого эфира, рассказывая о знаменитых предках и современниках, которые оставили след в истории. Хакасию представит наш коллега Петр Пермяков. Летом он побывал в качестве волонтера, теперь уже в российском Мариуполе. Телемарафон «Национальный характер» расскажет не только о том, как живут разные народы сегодня. Отдельное место займут сказки. Те, что передаются из поколения в поколение. Например, вся Россия увидит героический эпос о хакасском богатыре, которого звали Алтын-Хус. Сказки помогают нам как раз понять, кто мы есть. Поэтому мы, да, обратились к регионам с просьбой, чтобы они присылали свои сказки о своих национальных героях, чтобы это были легенды, рассказы, может быть, какие-то современные сказки, сказки на новый лад. И регионы откликнулись. Телемарафон «Национальный характер» стартует в полдень по местному времени на платформе «Смотрим». Перейти к просмотру можно с нашего сайта вестихакасия.рф. Для этого нужно нажать на кнопку «Онлайн-трансляция» и выбрать эфир канала «Сибирь-24». Какой он национальный характер, узнаем уже завтра.